А я думаю, что-то это, между ног там руками шевелишь. Думаю, яйца что ли моешь? А? Яйца я могу и дома помыть. Кто тебя знает, дома ты моешь или где? На озеро наедешь, блядь. Ну, ощущение, что ты жопой сидишь там в этом озере. Яйца полосишь. Потому что будет, если я то раком стану. Да нет, так. Что там сидеть-то? Вон, иди к костерку. Я говорю, ложку мою. Сколько ее можно мыть, эту ложку уже? Уже надо рассольник есть. Погода вон какая, блядь. Тихо. Лебеди вон там на той стороне пачки целые. Щука, ну, в самом конце он крыльями поднимает-то. Проверили, что-то нету. Один щупарь попался, вот стоит. Конец. И тут вот. Прям на кусту, да? Тот лес. Ну вот и дома. Сейчас это костерок, да, надо рассольничек, да? Да. Заварить. О, нифига, тут бензин старый нашли. Оно не горит даже. Вроде в тот раз горел, да? Да. О, потихонечку начинает гореть. Разгорится. Вот они уже сухие эти, да? Да. Дровишки, которые мы в тот раз. Сейчас рассольничек заварим. Ух! Еще раз ступим. Чтоб не раскатывалось. Так, лежат эти, чтобы не раскатывался костер, да? О! Сейчас надо это... А разгорится, потом так и поставим сразу же, да? Да. Кастрюлю сама и на двери сама, пускай это отмокает. Я не успел ее это помыть. Сольничек. Кипятить кастрюльку вначале, да, чуть-чуть? Да. Ну что это, остановились, воды набрали. Они пороги, да? Родниковые. Сейчас мы. Прокипятим.
инфузории туфельки. Да, Валера? Валера. Что там делаешь? Чищу, почищу. Да, картошку-то. О, взял. Что тут у нас? Вот так, четко. Вон снизу там горит. Крышкой накроем. Сейчас разгорятся, ветра нету. Давай пока сюда положим вместе с этой. Давай, ну что, что-то будет держать. О. Оп. Все. Пускай перекури, разгорается костерок. Не сразу же он тоже. Птички поют. Раздеться, искупнуться. Не хочешь? Нет, желания нет никакого. Так, вот здесь буду с металлом искать. Сейчас перекушу. И вперед. Что найдем, посмотрим. Ух, чуть сам не сварился. Так, а рассольник же тоже надо варить 15 минут на костре. Угу. Так еще я посолил. Сейчас сниму, комки размешаю. Чайник закипит. Чё там? Яйца моешь? Ложку. А, ложку? Блин. А я думаю, что-то это
Между ног там руками шевелишь, ну яйца что ли моешь? А? Яйца я могу и дома помыть. Кто тебя знает, дома ты моешь или где? На озеро не ездишь, блядь, яйца. Ну, ощущение, что ты жопой сидишь там в этом озере, яйца полосишь. Потому что будет, если я то раком стану. Да нет, так что там сидеть-то, вон, иди к костерку. Я говорю, ложку мою. Сколько ее можно мыть, эту ложку уже? Уже надо рассольник есть. Погода вон какая, блядь. Тихо. Лебеди вон там на той стороне пачки целые. В самом конце он крыльями поднимают-то. Опа, вот он, баночка готова. И ложка готова. Скоро супец будет готов. Нет. Просто сел, как отсюда кажется, как будто ты жопой сидишь в этом озере и яйца получишь там. Я думаю, вроде вода холодная, но кто тебя знает. Не больше дел. Ай, больница, я еще копать. Конечно. У тебя еще там больше, чем полбутылки, так тебе надолго еще. Половину. Ну, чуть побольше. Чуть побольше. Побольше. Сапаты я грамотно взял. Не бьющийся, блядь, толстый. Не помню, только я, блядь, не стану граммовку вот там покупал. Один из топор не могу найти дома, бля, стоял-то на столе, хуй знает. Да и нафиг они нужны вообще, вон. Лови рыбу, чай пей. О, кипит, отлично. Сейчас, немножечко еще пускай. Все уже готово так-то, по идее. Блядь, да, мы не надо не забыть. Ну ладно, хуй с ним. Давай. Ну мы же не на... Да мы на сутки что у нас есть, вон полбатона печенья, вон еще тут хлеб черный есть, сейчас порежем. Но все равно нам есть-то особо некуда, некогда, вон тут полбатона еще есть, да. Печенье тут всякого разного, короче, куда тебе тут? Так, порезать. Как в лагере трудовом. Это в этом, в кино. Короче, еще стало это, да? Нарезать. Ну. Блядь, я подчищал, что у них да, еще стало у нас. Вчера, блядь, не получали. Ну что, накладывай на. Все, я накладываю. А? Я накладываю, короче. Ух, рассольничка я не ел давным-давно, а? И крышечка есть, вот, накрой. Но. Сейчас
Ух. Котлетку туда накрошили. Три котлетки. И получился вот такой вот он. Лесной. Рассольник. Да. Поварешечку, да, бы. Ложкой начерпаем. Начерпаем и ложкой. А пойдем этот металлолом позвеним, да? Коммунистически. Каких времен? Напишите, кто сосчитал, сколько я ложек положил в комментариях. Саня. Хейтеры любят такое, а? Не хочешь, одну наберешь. А чему ты положил столько ложек себе? Саня, а ты не хочешь одну наберешь, вот там валить? Не. Серединку надо на донышко. Так ты хочешь костер поехать оставить, что ли? Нет, потом. А зачем? Серединку сунь. Сюда? Нет, домой. А? Не. Нет. Тяжелая она очень. Ну, одну. Я не говорю там, блядь, там, одну. Не-не-не. Все, давай, ладно. Нет. Где там заварка? Надо чайник уже заваривать. Сейчас уже закипает. Почти что. Фу, так это хороший рассольник получился, заходит нормально. Что, надо заварить? Пик. Заваривать. Заваривать тебе надо. Ух. Так. Блин. Ух, сейчас. Ух, сейчас провернем чуть-чуть. О. А потом можно костер и раскидывать. Пойди. Все, пошумел чуть-чуть и хорош. Вот здесь пускай стоит, да? Да. Продолжаем прием пищи. Решили вдоль озера прокатиться. Вот озеро рядом идет по дороге. Посмотреть, что там интересного. А где-то делянка коммунистическая вот в конце. Там семенник торчит, которые семена разбрасывают, они оставляли. Прогуляемся, кавалера. Я уже сухарину и отсюда вижу. Да. Вон сколько сухарника. О, стоит. Вот туда дорога пошла. И сюда. Спокойно подъехал. Да, спокойно вот подъехал и прямо на машину можно даже завалить.
сюда вот можно сразу заехать. Ой, бля. Вот оно все пошло, пошло. Что скажешь? Так а что, ну куда на это самое, блин? Вот здесь и будем брать. Ну. Проехать можно будет чуть дальше. Там уже все, не проехать. Ой, там вообще лохматые одни стоят. Такой тут красивый барок и дорога. Пойдем прогуляемся еще вот туда до поворота, посмотрим. А дорога уходит. Надо постучать, наверное, по деревьям. Че? Курево заехать. А ты не взял? Ага. Пойдем сейчас поищем металлолом. Походим по звеню. Клад. Сразу клад. Фига. Крестик 18-28 крестик. А чем вдруг золотая монета, да? Чем черт не шутит? Прямо по дороге. Лопату подальше.